Какой у нас был вопрос? Длинный плащ, решительный, деловой, в очках. Женская половина телеканала сразу обратила внимание на незнакомца. Так Алексей Лагутин пришел на ОТВ, чтобы задержаться здесь на 16 лет. Да, о чем это я? Кстати, да. Вы мечтаете о том, чтобы вас узнавали? Я вас говорил весь город. Я вас люблю, хоть я бешус. Вы не боитесь обжигающих лучей софита? Тогда вы наши люди. Такой разный, но одинаково любимый во всех образах. Он любил свою работу и, конечно, своих зрителей. Все программы Алексея Лагутина были о них и для них. Премьера его первого авторского проекта состоялась 30 апреля 2004 года. Здравствуйте, дорогие телезрители. Если вы сейчас меня видите и слышите, это значит, что вы смотрите программу «Наши люди». Он влюблял телезрителей с первого взгляда. Даже самые робкие гости его программ забывали о страхе камеры, чувствуя искреннюю поддержку Алексея. В его программах пели, танцевали, рассказывали стихи, поздравляли своих близких с важными датами. И не только. Оставалось в них место и проблематики. Но даже к этому Леша подходил творчески. Здравствуйте, в эфире телекомпания «Одинцова», информационный выпуск «6 дней». В студии Алексей Лагутин. Вот основные темы. В разных образах Алексей представал не только перед телезрителями. На ОТВ он успевал совмещать сразу несколько ответственных должностей – автора, ведущего программ и выпускающего редактора. Со всеми обязанностями справлялся успешно и, конечно, творчески. Все у нас получится, ведь на телевидении даже невозможное возможно. Казалось, у него не 24 часа в сутках, а намного больше. Успевал играть в театре и кино, был лучшим Дедом Морозом, экскурсоводом, учителем актерского мастерства. Он быстро становился своим для всех, с кем его сводила судьба. За окном холодно, а у нас в студии тепло, уютно, солнечно. Я думаю, также тепло, уютно и солнечно в ваших домах, перед вашими телевизорами. Всегда жизнерадостный и открытый всему новому. Миллион идей, мыслей и планов. Но сбыться им было не суждено. Алексея Лагутина не стало 29 августа. Ушел слишком рано, но он навсегда останется в истории телеканала и в памяти каждого из нас. Все, пока!